сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Москвы при участии ФСБ России, а также Росгвардии задержаны подозреваемые в разбойном нападении. Установлено, что возле одного из домов на Болотниковской улице на жителя столицы напали четверо мужчин в черных масках и белых перчатках. Угрожая предметами, похожими на пистолеты, злоумышленники отобрали у потерпевшего сумку, в которой находилось 2,5 миллиона рублей, после чего скрылись на иномарке темного цвета. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации. В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении этого дерзкого преступления задержаны 2 жителей Северо-Кавказского региона. Судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.